я про эту моторику. Кортик одел моторик? Нет. Войнушку поиграем. Эскиз, равняйсь! Сфера, равняй средину! Товарищ полковник, личный состав эскиза, посвященный дню Советской армии и Красной армии, построен! Полковник Сьюшев. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Поздравляю вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Ура! 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 Вольно! Вольно! Эскиз, равняйсь! Мирно! Слушай боевой приказ! О праздновании Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, товарищи офицеры и прапорщики, товарищи сержанты и старшины, товарищи солдаты и матросы, товарищи рабочие и служащие, 23 февраля весь народ отмечает великий праздник, День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Созданная в 1918 году Красная Армия под алым стягом на полях сражений и гражданской войны обрела бессмертную славу победителей. Великая Отечественная война стала для нашего народа тяжелейшим испытанием. Явилась доказательством того, что наша армия и флот самые сильные в мире. Никакая другая армия мира не имеет такой богатой истории, связанной с массовым героизмом народа и многочисленными победами на полях сражений. Сегодня в рядах эскиза трудятся многие офицеры и рядовые запаса, бывшие служащие Советской армии, отдавшие десятки лет делу укрепления обороноспособности нашей Родины. Мы горды тем, что в наших рядах сегодня трудится участник Великой Отечественной войны Тишкова, участник Афганской войны Арустамов. Сегодня трудовая деятельность эскиза на многих объектах силовых министерств вносит большой вклад в военное могущество нашей страны. Именно поэтому День Советской Армии и Военно-Морского Флота всегда будет отмечаться в нашей организации, и никакие псевдодемократические режимы не могут его переименовать или извратить. Товарищи, поздравляю вас с праздником. Желаю новых успехов. Во знаменование Дня Советской Армии Военно-Морского Флота приказываю офицерам, прапорщикам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам прибыть 22 февраля в офис в военной форме одежды. 22 февраля в 16:00 провести в офисе торжественное построение. 22 февраля в 16:00 провести в офисе праздничный салют 60 артиллерийскими залпами. Да здравствуют вооруженные силы! Слава Советской Армии и Военно-Морскому Флоту! Слава участникам Великой Отечественной войны и ветеранам вооруженных сил! Ура! 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 Огонь! Ура! Вольно! Красота и гордость императорского флота, встань с кортиком.
Тебя женщины не узнают, они думают, что за моряка позвали. Летчик тоже, летчик. Сними куртку, покажи. Не рассуса. Ладно, тут замерзнешь. Так, Захарьев где? Черт. Три наряда вне очереди. Не могут собраться вовремя. Так, это кто? Это Егор? На губу их, на губу. Борис Юрьевич, кто опоздал, на губу их. Кто опоздал, на губу их, понятно. Захарьев, иди сюда! Встань строй в первую шеренгу. Красиво. Дай хоть на тебя красиво полюбоваться. Красиво. Вот сюда иди, с моряками встань. О, с кортиком, фуражки, молодец. Здорово. Равняйсь. Бирай равни на середину. Товарищ полковник, личный состав эскиза по случаю праздника построен. Полковник Сюш. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Поздравляю вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Ура! 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 Больно! Больно! Эскиз, равняйся! Мирно! Слушай боевой приказ! О праздновании Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота 23 февраля весь народ и прогрессивные силы дружественных государств празднуют великий праздник День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Этот праздник наряду с Днем Победы является ярчайшим проявлением силы духа, доблести и славы нашего народа. Сегодня в рядах эскиза трудятся многие специалисты, отдавшие десятки лет службе в вооруженных силах и других силовых ведомствах. Это ветераны вооруженных сил, полковник Арустамов, полковник Ульянов и многие другие. Минувший год памятен для нас и тяжелой утратой. Из наших рядов ушла участник Великой Отечественной войны Тишкова Елена Ивановна, до последнего дыхания исполнившая рядом с нами свой служебный долг. Товарищи офицеры и прапорщики, товарищи сержанты и старшины, товарищи солдаты и матросы, товарищи служащие и рабочие, во знаменование Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота приказываю 22 февраля в 14:00 в офисе произвести праздничное построение личного состава. Офицерам, прапорщикам, сержантскому и рядовому составу прибыть в военной форме одежды, произвести артиллерийский салют 50 артиллерийскими залпами. Слава Советской Армии и Военно-Морскому Флоту! Да здравствуют славные вооруженные силы! Вечная слава героям, защитившим Отечество! Ура! 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 Огонь! Я уже сам убежал, да. Так, военные, подойдите в форме, которые сюда. Ну-ка, давайте, у кого фотоаппарат это? Смотр надо было устроить. Один не бритый, один не стриженный, блин. Что это за люди? Давайте. Так.